Всем привет, друзья! Сегодня будет видео с результатом, но без подробного изготовления. Берем вот такую кедровую дубину. Вот такой самодельный нож из рапида. Вот такой резец-косячок из рапида. Вот такую крупную наждачку. И несколько кусочков вот такой мелкой для зашлифовки. И делаем дубло. С вами канал. Ну вот, короче, друзья, пробегусь быстренько, кратко, сделал такую дубинку 3D, можно сказать, 3D-шка, дубло, вот, из кедра, вот такая вот дубиночка. Зубки, рот, усики, даже вот бородавка есть на губе, знаете, страшная машина, дубло, вот так вот она выглядит целиком, вот, вот такая вот чудо-дубинка, сделал, короче, вчера, 28 числа, вот, кому интересно, пишите. Ставьте лайки и поделитесь, пожалуйста, этим видосиком. Короче, программы нет у меня для монтажа. Телефон тоже не тянет на монтаж своих видосиков. Вот. Ладно. Всем пока.